Всем привет! Вы на телеканале Тыковка ТВ. И сегодня у нас серия, которая называется «Мы с подругой в торговом центре». Давайте же начнем. Алло. Да. Ага. А, ты уже подъезжаешь к торговому центру? Ага, все. Пока, пока. Пик. Мама, мама. Ну что, что? Ай, твоя подруга опять подъезжает. Да, да, впервые в жизни я иду со своей подругой в торговый центр. Ура! Сейчас подождем их. Привет, подруга. О, привет, привет. Здравствуйте. Здрасте. А это ваша дочь? Да, да, да. А, мы виделись, да, в родительском комитете в школе, да. Да, я знаю вас. Вы Твайлд Спарк, да, а я Пинки Пай, да, да, знаю вас. В одном классе учимся. Так, ну, мы пока пойдем, девочки, по какие-нибудь там посмотрим вещи, еду, конечно же, еще и заколочку тебе с сумкой. Ну ладно, мы пойдем, а вы можете зайти, посмотреть игрушки. Даже, может быть, мы вам разрешим что-нибудь купить. Так, так, ой, ну куда первым мы пойдем делом? Ну, мне кажется, все же родители правы. Давай посмотрим игрушечки. А, ну давай. Ой, господи, телефон. Сейчас смотрим. Вау, целый выбор игрушек, огромный-огромный выбор. А ты какие собираешь? А, ну, я вот таких вот маленьких собираю, потому что большие они стоят очень дорого. Сейчас они без скидки, так что они 1000 стоят где-то, или я даже не знаю. Тут ценники надо на кассе узнавать или проверять по специальной штуке. А, да. Кого возьму? А, я бы... Я бы хотела фигурку... Ой. Я бы хотела фигурку искорку. Вот эту. Хотя нет, искорку я не очень люблю. Вот, хочу принцессу Селестию. Вот, она самая лучшая. У меня принцесса Селестия есть, но вот у меня нету Флаттершей. Так Флаттершей, это какая-то странная очень. Ну... Ну ладно, нормально. Я люблю такую. Хотя у меня еще нет Shining Armor. Возьму. А ты кого? А, я еще лунную пони, у меня ее нет. А, у меня есть. А, у меня их очень много сейчас. Ну, дома. Где были родители? Так. А, я, наверное, возьму что-нибудь домой поесть. И какие-нибудь вещички. А, ну, я, наверное, какую-нибудь заколочку и все. Угу. Так, я возьму, что взять, ведро, вот такое ведро с едой для кошек, собак. Конечно же, давай кошачий корм, яички, чтобы блинчики подготовить. О, тортик. Сейчас. И вот этот бананчик с яблочком. Так, ну все, из еды вроде все. Вода у меня много есть, и напитки всякие. О, это же басня... Ой, то есть энциклопедия земноводных, лягушек всяких там и остальных. Или как это там называется? Так, все падает. Так, возьму-ка я еще себе... О, какие сережечки. Ой, блин, тука. Ой, нет, наверное, мне понадобится это как-то. Называется корзинка. Сейчас раз и две, три, четыре, пять и аккуратно шесть. Вот, мне корзинка понадобилась. Немного взял. О, а ты что здесь? А, вот я думаю, мне кажется, надо взять моей доченьке вот эту сумочку, потому что она хотела, но она любит вот такие легкополетные книги. У нее я ей вчера, считай, можно сказать, купила. Позавчера. О, очки такие крутые, чтобы в лагерь ездить в школе. Она поедет в него. Вот этот бантик. О себе, я все про себя забыла. А, я работаю журналистом, мне нужна папочка. О, красивая.
Ну все. Пойдем на кассу, посмотрим, что, может быть, девочки что-нибудь купили тоже. Ой, пойдем. Да. Иди сюда. Вот сюда. Так, девочки, ну а что делали? Да, мам, смотри, я взяла лунную пони, принцессу Лисе, ту, которую я хотела. Опять своих пони взяла. Ой, такая же проблема, тоже любит их. Мама, я взяла Shining Armor и Fluttershy. Ну, мне кажется, у тебя они уже есть. Нет, у меня их вот как раз-то и нету. Ой, бери. Пойдем. Ты у меня... Ой. И так 2 месяца ничего не брала. Ладно, заслужила. Кто первый? Мы на кассу идем? Или мы? Ой, давайте-ка мы, хорошо? Да, хорошо, идите. Что-то много взяли мы. Ну, не то, что в прошлый раз. Ну, здравствуйте. Вы хотите что-то купить? Так, давайте ложить сюда. Так. Здик. 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 Ой, господи. Уздик. Урок снимаю. Так. Уздик. 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 Ой, господи. Уздик. Уздик, сережечки. Уздик. Так, а вы еще что-то будете брать? А, да, конечно, просить. Сейчас вот этот уздик. Уздик. Так, сколько с нас будет за вот это все? Так, секундочку. Я посмотрю. Ага. Так, с вас ровно 3000. 3000. Так, а сколько эти пони стоят? А, ну эти пони у нас сейчас на них скидочка. Каждая, ну вы думаете, они по 500? Это сейчас у нас скидка. Они по 200 стоят. А, по 200. Значит, 400 за 2 пони. А остальное все... Это за еду, да? Да-да-да, все правильно. Так, хорошо, нормально. Держите. Да, спасибо за покупку. Приходите к нам еще. Да, спасибо. А можем в корзинку все сложить? Да, конечно, сейчас. Можете сложить в корзинку сейчас. Секундочку. В корзинку все складывать. Так. Так. Книжечки, кошачьи, кормы всякие эти опять. И кекс. Так. Пойдем, доченька. Да, мамуль, пошли. Ой, подожди. Подождите нас. Хорошо, хорошо, мы пока разгрузим все там. Ой, мамочка, пойдем быстрее, а то мы так не успеем за ними, ой, угнаться. Ой, ой, мы пони, быстрее, быстрее. Ой, ой, ой. Ой, да ладно тебе, девочка. Они нас подождут, это же твоя подруга. Да-да-да, сейчас. Так, пробейте нам, пожалуйста. Ой, здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. А пробейте, пожалуйста, нам вот это все. Ага, давайте. Здик. 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 Ой. Здик. Так, ой. Секундочку. Так, я посмотрела. У вас тут при покупке некоторых вещей выходит скидка на еще одну какую-нибудь вещь. Выбирайте, может быть, какой-нибудь бантик, еду. Что у вас? Может быть, вы что-нибудь забыли, хотите еще что-нибудь взять? Я, мам, наверное, знаю, что возьму? Да, книжечку. Вот эту. А, лошадиные скачки. А, да. Хорошо, пробить еще это. Да. Здик. Так. С вас... секундочку. А, вот теперь. С вас... 1400. А, да, 1400, так, хорошо. Так, 1000 это все за еду, да, за книжечку вашу. Секундочка, извините, я сейчас. Так, вот, у меня кредитка есть, вот, держите. А, да, пик, держите. А. Так, ой. Так, спасибо за покупку, приходите к нам еще, давайте. Девочки, стойте нас, подождите, да. Подождите. Всем пока, вы были на телеканале Тыковка ТВ, и сегодня я вам рассказала, как две подружки были в торговом центре, вам, наверное, очень понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите мне в комментариях свое отношение к моим видео, всем пока! Пока!
Пока-пока всем!